дано, чтобы нам вспомнили. Сначала Дима один, потом мы вместе. Но для начала я просто напомню песню, которую Берковский написал на стихи Булата Акуджава. Круглые у радости глаза и велики у страха, и пять морщинок на челе от праздности и обид. Но вышел тихий дирижер, он заиграли Баха. И все затихло, улеглось и обрело свой вид. Все стало на свои места, едва сыграли Баха. Наверное, не было надежд на черта белый свет. К чему вино, кино, шино, квитанции госстраха? И вам ботинки первый сон, которым снос нет. И все равно, какой земли касаются подошвы. И все равно, какой улов извод несет рыбак. И все равно, вернешь сельца или в бою падешь ты. И руку кто подаст в беде, товарищ или враг. Но чтобы было все не так, чтоб все иначе было, наверное, именно затем, наверное, потому играет будничный оркестр и привычно, и в полсилы. И мы так просто и легко все тянемся к нему. Ах, музыкант мой, музыкант, ты играешь, да и знаешь, что нет несчастных и не больных, и виноватых нет. Когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь, ах, музыкант мой, музыкант, чешь не выкорда. Ах, музыкант мой, музыкант, чешь не выкорда. Вот эту песню Олег Семенович написал на стихи Булата Акуджавы, еще не будучи с ним знакомым. А вот следующая песня, очень соответствующая и сегодняшнему дню, и настроению, была написана уже по предложению Булата. Он надиктовал Виктору Берковскому эти стихи на диктофончик с предложением сочинить музыку. «Божественная суббота» или «История о том, как нам Зиновьем Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться». Божественной субботы хлебнули мы глоток, от дома и работы укрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц мельтешня, нас не коснутся зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Уже готовит старость свой непременный суд. А много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. Пируй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши.
течет он грешный, неспешный мир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает, сколько раз еще такой субботы, еще такой субботы, божественной субботы наш век одарит нас. Если можно, вот этой гитарки чуть-чуть вот в этот монитор побольше. Ага, вот еще чуть-чуть. А, да, Виктор Семенович говорил, что он сочиняет песни для совместного употребления, поэтому вот некоторые подпевали, давайте погромче. Вот сейчас известную песню, давайте вспомним. Ее еще Визбор пел, и многие считали, что это песня Визбора. На стихи Дмитрия Сухарева. Прекрасная волна, прекрасный крепкий ветер, как выглянешь со сна, так вроде и не пил, ему бы двери с петель до крыши застропил. А в коврике уют, там дух махры и пота, там спит ловецкий люд, пока молчит звонок, налей-ка мне компота. Иван Никитич Кок, Иван Никитич Кок был шефом в ресторане, а нынче наш браток и варит нам компот. Поди, реши заранее, куда судьба копнет. А что тебе судьба, была бы в жилах ярость, да на дворе зима, да камбала в куце, да пенсия под старость, да духовой в конце. Судьба нас кинет вверх, а мы умом раскинем, судьба нас кинет вниз, а мы закинем трал. Дела у нас такие, то нары, то аврау. Прекрасное житье, качайся и качайся, прекрасное питье, компотит кипяток, прекрасное начальство, прекрасный повар-кок. Да, но 15 человек подпевают. Нет, это не знаешь. Больше. Ну вот, песня специально использовалась нами с маэстро для обращения к участникам всяческих вот таких событий, фестивалей на стихи Давида Самойлова «Шуберт Франц». Там вот надо еще из Шуберта Франц цитаты исполнять. Ты не знаешь, как будет? Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет, запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет, запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Не кричит о нем газета, не молчит о нем печаль. Жалко Шуберту, что это может тоже огорчать. Знает Франц, что он кургузы и развязанности лишен, и, наверное, рядом с музой он немножечко смешон. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет, запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет, запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Жаль, что дорог каждый талер, жаль, что в доме не уют. Впрочем, это все детали, жаль, что песен не поют. Но печали неуместны, и тоска не для него. Был бы голос, ну а песни запоются ничего. Па-п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 а-
Иосиф Бродский. За Богданова это тост. Ну, это сейчас песня очень актуальная. Сегодня цитировалась на лекции Дмитрия Быкова на стихи Юрия Давыдовича Левитанского. Ну что с того, что я там был? Все забыл, не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой, я имя рек, я меткой пули. Я лед кровавый в январе, я прочно впаян в этот лед, я в нем, как мушка в янтаре. Ну что с того, что я там был? Я все избыл, я все забыл. Не помню дат, не помню дни, названий вспомнить не могу. Я топот согнанный в коней, я хриплый окрик на бегу, я миг непрожитого дня. Я бой на дальнем рубеже,
все хочу забыть. Я не участвую в войне, война участвует во мне. И облик вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих дней, из той войны. Уже меня не излечить от той зимы, от тех снегов. Совместно что-то, Сергей Яковлевич, из вашего совместного. Или давайте сначала песня «Шагом». Давай. Не, почему? А, ну хорошо. Почему? Ну, тогда давай перебьем, давай Вивальди. Паша! Будешь, когда мы уйдем со сцены. Буду расти в общечеловеческом смысле. Все уже. Ну вот, сегодня Юрий Черзанович Ким сформулировал хорошо. Вот пивайте, пожалуйста, тихо, ну, и чистенько. Условимся друг друга любить, чтобы
Самые бурные аплодисменты были на этой песне. А как там после каждого они были бурные? Командуйте, Сергей Яковлевич. Я не умею опускать струну так, как ты. Пригласил нас сочинить музыку для фильма. Этот фильм назывался «Морские ворота». И все там связано, естественно, с морской тематикой. Ну вот, попробуем. Он нас пригласил, вот такого двойного композитора, Берковский Никитин. Когда-то состарюсь, память временем смоет,
Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, жизнь свою вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, где дома, как баркасы, на приколе стоят, где дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, и хватит, лишь бы старенький дизель безотказно служил, лишь бы руки устали на полуночной вахте, чтоб почувствовать снова, что пока еще жив, чтоб почувствовать снова, что пока еще жив. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал, лишь бы старый товарищ от работы усталый, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Следующая песня, она не так популярна, потому что достаточно сложная. Мы попробовали выучить. Мы сейчас многие ансамбли ее запели. Например, ансамбль «Скай». Сейчас. Ну, еще мы составили слова из двух вариантов. Был вариант оригинальный, а был мурманский. Если вы хоть раз бывали в бане, если вам снились города, стало быть, в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, заприходившие и в свои приплывшие места. Штурманы, север покорившие, севером помятые борта. Такая работа, большая вода, морские ворота проходят сюда. Дорогой знакомой, дорогой прямой, дорогой из дома, дорогой домой. Бегаем от полюса до полюса, бороды друг
дожидается, когда море успокоится. Нам нельзя не за эти шли. Палуба нам уже качается, брызги долетают до колю. Плавание когда-нибудь качается, если нас родные люди, если нас родные люди ждут. Такая работа, большая вода, морские ворота проходят сюда. Дорогой знакомой, дорогой прямой, дорогой из дома, дорогой домой. В общем, нам в хороших все верится, а еще море нам дано. Шарик наш потихоньку вертится, в кубрике вертится кино. Палуба уж больше не качается, берег обещает нам уют. Плавание когда-нибудь кончается, там, где нас родные люди ждут. Такая работа, большая вода, морские ворота проходят сюда. Дорогой знакомой, дорогой прямой, дорогой из дома, дорогой домой. Дорогой знакомой, дорогой прямой, дорогой из дома, дорогой домой. Завершение. Да. Завершение мы поем последнюю песню, которую всегда поем в завершении. Вот как будто бы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка, здесь косынку голубую я прищурившись искал. Ни на что не намекаю, ни на что.
Спасибо. Дмитрий Богданов, Александр Никитин, Сергей Никитин. И мы вспоминали Виктора Семеновича Гребовского. Я хочу напомнить, что у Сергея Анатольевича Никитина завтра программа для детей.